допоздна, всякие сувенирные лавочки. Сейчас время точно после 10, поэтому все открыто. Есть парк аттракционов, даже картинги, многочисленные ресторанчики на берегу. И даже экскурсионные бюро в это время еще открыты. Здесь есть несколько баров, в которых уже музыка грохочет. На самом деле ночью тоже очень-очень слышно допоздна музыку, поэтому если вы надеетесь с ребенком приехать в этот курорт и поспать без кондиционера просто с открытым окном, можете даже про это забыть. Так что курорт шумный, ночные клубы есть в центре курорта, и, в принципе, шопинг и все, что хотите, парк развлечений, набережная, рестораны с ней, все здесь, конечно же, прогуливаемся по променаду Будвы, куда все выходят вечером прогуляться, поужинать. А здесь всякие бары, есть клубы. И первый раз, когда я здесь была, лет 5, наверное, назад, мы сидели такие с подругой после автостопа, все в этой соли морской, потому что мы ехали, купались, ехали дальше, смотрели на всех этих людей наряженных, напомаженных, а теперь также иду я. Мы идем в ресторан «Ядран» отпраздновать день рождения моей мамы. Собственно, по этому поводу мы здесь и оказались. Мне его советовали друзья, подруга, в частности, Лончик, привет тебе. И мы хотим морепродуктов, поэтому идем в разрекламированный нам уже ранее ресторан. Здесь много людей, хотя это сейчас еще не самый разгар сезона. Завтра вот начинается, а сегодня был, кстати, да, нет, сегодня заезд был такой прям ударный, сезонный. Поэтому уже улица просто переполнена. И тем, наверное, кто хочет знакомиться, здесь общаться, самое то, вот Будва прям. Вот наш ресторанчик «Ядран». Также в Будве есть еще шопинг-центр под названием TQ Plaza. Я думаю, его пройти невозможно, его сразу заметно. И там, в принципе, есть несколько магазинов с одеждой, косметические, аптеки, супермаркет. То есть все, что душе угодно, так что если вы забыли какие-то вещи, вот все можно здесь купить без проблем. Не сказать, что здесь какой-то сумасшедший безудержный шопинг, но так пришмотниться немножко, я думаю, можно. Главное, девочки, кто знает, тот поймет, здесь вот есть вот такая шикарная Мекка косметическая. Компания NYX, просто огромные стеллажи. Я туда сегодня наведывалась, еще раз наведаюсь 100%. А в старом городе Будва жизнь тоже не замолкает, а только разгорается с новой силой. И мы видим на фоне крепостных стен старого города, у нас открывается бар прекрасный с музыкой, с подсветкой. Тут тоже вообще идет тусовка. Это все так необычно смотрится, вот именно то, что это в старом средневековом городе.
Будве приятно просто прогуляться по набережной, посмотреть на то, как подсвечивается старый город, посмотреть на яхты, как кипит жизнь в новом городе, посидеть в ресторанчике и приятно провести время. Это действительно хороший курортный городок, а мы с вами прощаемся и увидимся в новой стране и в новом городе.